спокойно отношусь и приветствую, потому что действительно очень удачные получаются луки. Многие могут в этом себя проявить, как, ну не то что как стилисты, да, но в то же время подобрать для себя выигрышный образ. Да. Есть какая-то дорогая сумка, например, или какой-то дорогой аксессуар, его всегда можно обыграть обычными вещами, там, ходовыми. Из того же H&M делают качественные, хорошие вещи. Я там, правда, не брала еще ничего, но тем не менее видела, даже как-то недавно меня завели в Зару, посмотрела, в целом неплохо, очень хорошо. Недавно даже узнала, что самый богатый человек в мире теперь это основатель Зары. 87 лет ему, правда, но тем не менее он самый богатый человек планеты. Я забыла, как его зовут. Вот так, создал Зару и вперед, выше всех.